Цена награды. Сколько же стоит орден Ленина времен СССР? Как вы знаете, эта награда довольно дорогая, ценная, так как орден изготавливался из золота и платины. На ваших экранах сейчас продажа данной награды на одном из аукционов. Это международный аукцион Виолетти. Как видите, орден Ленина был выставлен вместе с орденской книжкой «Союз Советских Социалистических Республик». Орден Ленина номер 49445, врученный в апреле 1971 года. Состояние ордена, как вы видите, прекрасное. Монетный двор. Прекрасный экземпляр. Приятно смотреть такие фотографии. 40 грамм веса вместе с колодкой 40,6. Итак, данный орден Ленина с документами был выставлен и продан, одна единственная ставка по стартовой цене, за 36 893 гривны. На момент продажи это было приблизительно 1420 долларов США. Рассмотрим еще другие продажи, так как по одному лоту довольно тяжело судить, сколько же стоят награды СССР, сколько стоит орден Ленина. Вот еще один экземпляр, немножко другая разновидность. Видите, орден Ленина. Довольно много фотографий. Данный экземпляр, всего было сделано две ставки, 11 человек наблюдали за данным лотом. Был продан 1 марта 2019 года за 35 тысяч гривен. 35 тысяч гривен — это 1345 долларов США на момент продажи. Материал ордена — платина и золото. Реставрация не проводилась. Орден Ленина номер 82733, извините. Так, еще одна продажа. Значит, продан не только орден Ленина, а комплект наград с орденом Ленина номер 18730. Довольно ранненький номер. Со стартовой цены 45 тысяч гривен данный комплект наград продан за 54 110 гривен. На момент продажи, а это 16 марта 2019 года, данный комплект оценен победителям в 2080 долларов США. Давайте рассмотрим этот лот более подробно. Как вы видите, на общей колодке из четырех наград — орден Ленина, орден Боевого Красного Знамени, медаль 20 лет РКК, серебряная медаль, довольно редкая, и медаль за оборону Москвы. Обратная сторона наград времен Великой Отечественной войны. Оригинальная колодка. Да и ленты оригинал. Я так вижу, что они также не менялись. Боевое красное знамя с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, СССР». Медаль 20 лет РКК в центре. Прекрасное состояние РККшки. Ну и медаль за оборону Москвы с надписью «За нашу советскую родину». Вот такие вот награды. Описание данного лота. Комплект наград орден
Ленина 18730, материал золото и платина, орден боевого красного знамя номер 122730, серебро, эмаль, медаль 20 лет рабоче-крестьянской красной армии из оксидированного серебра 925 пробы, цифры 20 позолочены. Содержание чистого серебра в медали 15,592 грамма, золото 0,1 грамма и медаль за оборону Москвы латунь. Состояние по фото: орден боевого красного знамени, скол эмали на луче звезды. Вот такой вот лот. Я напоминаю, 150 человек следили за торгами и был продан за 54110 гривен, что по курсу продажи составляет приблизительно 2080 долларов. Еще одна продажа ордена Ленина в 2019 году. Я напоминаю, наш видеообзор посвящен ордену Ленина, стоимость ордена Ленина, цена ордена Ленина на 2019 год. Данный орден Ленина был продан 9 марта за 35067 гривен. Продавался он в паре с трудовым красным знаменем. Также к данным наградам было продано не в наградной коробке и с документами. Цена продажи составила приблизительно 1350 долларов США. Давайте рассмотрим эти награды более подробно. Напомню, орден Ленина изготавливался из золота, и профиль самого Ленина из платины. То есть награда эта довольно ценная и дорогая. Как вы видите, с утратами трудовое красное знамя. Орденские книжки к наградам. Запасная лента. Ну и давайте ознакомимся с описанием. Реставрация не проводилась, состояние хорошее, но, как и мы заметили, на трудовом красное знамени, называют его еще этот орден ТКЗ, отсутствует СИМ. СИМ — это аббревиатура серп и молот. То есть золотой серп и молот все-таки куда-то делся. Это комплект наград на одного человека. Именно так указал продавец данных наград. Напомню, орден Ленина и трудовое красное знамя с документами продано за 1350 долларов США. Но и еще одна награда ордена Ленина — это продажа 16 марта 2019 года. Орден Ленина с номером 26720, разновидность без круга, продана за 41844 гривны, что приблизительно составило 1600 долларов США. Данный лот был выставлен с 1 гривны, и 101 ставка разогнала цену данного лота до 1600, ну практически 9 долларов США. Следило за данным лотом 84 человека. Давайте внимательно посмотрим на этот прекрасный экземпляр. Видите, круга нету на реверсе, о чем и написал продавец. Номер 26720, монетный двор, 3 заклепки. Сам профиль вождя народов Владимира Ильича Ленина из платины. Вот небольшой скол. Чешуйка в нижнем правом углу на последнем фото очень прекрасно видна. Об этом и указал продавец. Документов нет. Дефекты несущественные, но все-таки есть. Но цена довольно-таки пристойная. 1600, практически 10 долларов. Вот такие вот продажи орденов Ленина за 2019 год. Цена награды, смотри,
другие видеообзоры и узнай актуальные цены на медали и ордена Советского Союза, а также других стран мира. Подпишись на канал, ставь лайк. Остались вопросы? Пиши их в комментариях. До новых встреч!